Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Pulfera от производителя Egva. Это коллекция наружных светильников. Такие светильники имеют повышенную защиту от пыли и влаги. Степень ее в данном случае IP44. Первая цифра всегда является показателем защиты от пыли или любых других твердых мелких частиц, а вторая цифра – это защита от влаги. Изготовлен светильник из оцинкованной стали коричневого цвета. Поверхность его фактурная в виде таких мелких впадинок. Плафон из прозрачного акрила. Также в коллекции есть еще столбик высотой 102 см. Высота этого 41,5 см. И есть коллекция еще два вида бра с направленностью плафона вверх или вниз. Патрон здесь Е27 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочка приобретается отдельно. Я использовал LED-лампу потреблением 6 Вт, а выдает она около 50. Включенным выглядит он вот так. Форма плафона, его размер и прозрачность рассеивателя способствуют хорошему рассеиванию света от этой модели. Для того, чтобы здесь заменить лампочку, нужно будет открутить три винта с этой стороны, и тогда верхняя часть плафона снимается. Крепление у него круглой формы, диаметр его 11 сантиметров. Есть два сквозных отверстия. Расстояние между отверстиями, это от центра одного до центра второго, ровно 8 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.